Мы сегодня с Ларисой еще и там, где снимается «Спокойной ночи, малыши». В общем, у нас программа. Сегодня съемки у наших детей, у Ларисы, правильно сказать. Подготовительные залы, гримерки, примерочные. Прогноз погоды снимают здесь, в студии. Студия, с добрым утром. Нет, ты мне не звонил, написал, мы сидим вроде как. Я немножко запоздал, дети уже как, ну, бьют, как ты сказал. Как обычно. Вся такая яркая, красочная. Да, поняла. Так, ну, бывает. Стены здесь вот мягонькие, звукоизоляции. Знакома вам эта студия? Я-то давно телевизор не видел, поэтому я и не помню эту студию. С кулисы покажу вам. Там детки, которые будут сниматься. Доброе утро, малыш. Привет! Мы приехали на съемку с «Добрым утром, малыши». На канале «Карусель». Все. Так, ладно. Вы приехали. Не надо. Ну как по попсу и стать. Во. Во. Супер. Вы это сделали? Да. Ой, зайчик, вот он. В белом костюме. Степашка и... Кто это у нас? О, память отшибла, не помню. Ну, это, конечно, крутая картинка. Яркая. Так, и здесь погоду, да, записывают или что? Награды. Еще один Степашка. Красота, одним словом. Ну и вот они сидят, друганы. Встречают здесь у входа.